Добрый день, компания «Военгард». Сегодня к нам приехал Хендай Гранхарыч с проблемой порван пыльник на суппорте. Клиент просил посмотреть, что суппортом не так. Это передний левый суппорт. Сейчас мы его снимем, разберем, посмотрим, что там вышло из строя, и все нужные детали поменяем. Суппорт снимается довольно-таки легко и просто. Это не видно, сейчас нужно вытащить цилиндр и посмотреть, что вышло из строя. Пойдем. Так, ну что, суппорт мы слегка сполоснули, чтобы он был не таким грязным. Достаются поршня не очень тяжело. Для этого что нужно? Просто берете вот так воздухом, туда вдуваете, и поршень вылазит сам с помощью давления. Вот. Ну, на суппортах, как вы видите, есть подтертости, грязь. Сейчас второй вытащим, посмотрим. Проблема была в том, что он подтекает, так что, скорее всего, мы сейчас посмотрим второй, как выглядит, и поменяем поршня и манжеты. Один вышел хорошо, второй встал. Видимо, вот она причина. Грязь попадает под манжет, и жидкость вытекает. Из-за этого суппорт подтекает. Можно попробовать почистить, но если почистить, ну, тут видно, может, не видно, выработка есть. Как бы это может не помочь, проще просто поршня поменять. Поршня у нас есть в наличии. Суппорт мы сейчас весь вычистим, вымоем и поставим новые манжеты и пыльники. Как видите, здесь появляется ржавчина, грязь, мусор. Мы сейчас все почистим, поставим вот эти вот комплектик манжетов, пыльников и новые поршня. Ну что, вот у нас ремкомплект. Это манжеты. Видно, да? Вот, вот они, пыльнички. Ручки. Новые поршня. Все. Суппорт мы помыли, почистили. Сейчас будем собирать все в обратном порядке.
Это поставили. Ложим все вкладочки. И вставляем их по штуке. Суппорт готов, теперь ставим его на машину обратно. Так, суппорт я наживил. Сейчас мы прикручиваем штуцер с вредными шайбочками. Главное их не терять, чтобы не потекла жидкость. Накручено, затянуто. Сейчас мы что делаем? Убираем наш зажим со шланги тормозной и прокачиваем тормозную жидкость. Накачивай. Накачивай. Отпускайте. Нажмите и держите. Качайте. Ну что, суппорт мы установили, прокачали тормозную жидкость, проверили на работоспособность. Сейчас нам осталось поставить колесо и, в принципе, отправлять клиента. Если вам все понравилось, ставьте лайки. Если что-то не так, пишите в комментариях. И подписывайтесь на наш канал.